Мир женщин. В Дагестане появилась новая организация, которая поможет женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, с поиском работы или решить социальные вопросы. Учредитель организации Хадиджа Мала Магомедова, известная исполнительница нашидов. Все подробности у Хадижат Мазгаровой. Создать базу данных, наладить контакты с центрами занятости, связаться с юристами. Это план Хадижи Маламагомедовой на сегодня и на ближайшие месяцы. Ведь теперь девушка – председатель региональной правозащитной организации «Мир женщин». Одна из главных ее задач – помогать трудоустроиться тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Хадижа делала это и раньше, но теперь, благодаря созданию организации, это будет регулярно. На сегодняшний день достигнута договоренность с органами содействия занятости населения Республики Дагестан по таким направлениям, как оказание содействия женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, как в поиске подходящей работы, в вопросах профориентации, адаптации на рынке труда и также профобучения. И хочу отметить основной момент, что у нас все услуги бесплатные. Сегодня в Дагестане работает порядка 70 центров трудоустройства, где всегда есть вакантные места, отмечает девушка. Однако многие соискатели даже не знают, куда обращаться. Общественная организация будет неким связующим звеном между работодателем и заявителем. Кроме того, здесь будут помогать получить профессиональное образование, в некоторых случаях даже оплачивать курсы. Если мы захотим оказать благотворительную помощь, мы не будем ее оказывать там только пакетом продуктов. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы этот человек пошел обучиться на какие-то курсы. Пусть это будут курсы хиджамы, курсы визажиста. Нет разницы, да? Сейчас есть очень много разнообразия курсов, где человек может получить полноценную свою профессию за пару месяцев и уже в дальнейшем кормить свою семью на эти деньги. Создание подобных центров, куда женщины смогут обратиться за помощью, поможет решить ряд социальных проблем, отмечают и общественники. Так, только в Инцукульском районе более 97 неполных семей, где на иждивении матери находится по двое, а то и трое детей. Многие из них живут на помощь родственников. Как правило, женщины имеют лишь среднее образование, поэтому возможность обучиться профессии для них – большое подспорье, отмечает председатель Совета женщин района Патимат Нурмагомедова. Благое дело, конечно. Женщины трудоустроились, чтобы они работали, чтобы они получили деньги. Идею создания благотворительной организации уже поддержали и общественники. Они готовы помогать налаживать связи с работодателями и оказывать правовую помощь заявительницам. Всегда готов поддержать своим ресурсом, своими друзьями. Вместе мы и до этого занимались благотворительностью, помогали ради Аллаха. И в дальнейшем тоже готовы помогать. За помощью в организацию «Мир женщин» можно обратиться по адресу Магомеда Гаджиева, 116. Хадижат Мазгарова, Руслан Салихов. Время новостей.